Добрый день, друзья. Меня зовут Газизов Марат, официальный партнер Инвестиционной академии в Санкт-Петербурге. И у нас сегодня семинар, онлайн-семинар финансовые рынки, то есть объем, обзор финансовых рынков торговли без индикаторов. Традиционную просьбу отметить качество картинки и звука в чате. Хорошо, да? Отлично. Спасибо всем, кто ответил. Ну что ж, начнем наш обзор и начнем его с экономических показателей, которые нас сегодня ожидают. Хотел бы обратить ваше внимание на сегодняшнюю публикацию ВВП по Великобритании. В принципе, это неплохие данные ждут. Неплохие данные вышли по Германии, как вы видите. Вот. И поздно вечером будет публикация протокола заседания ФРС. Недавнего заседания ФРС, пожалуйста, здесь будет публикация. Очень важно такое событие на сегодняшний день. Кроме того, хотел бы обратить ваше внимание еще на данные из Евросоюза. Это потребительские цены, причем базовые потребительские цены, которые являются основными. И плюс еще интересная новость, это целевая программа ЛТРО. То есть, если эту программу расширят, понятно, что евро надо сливать. Если же, скажем так, наоборот, начнут говорить о том, что целевая программа изменится в сторону уменьшения, понятно, что евро нужно будет покупать. То есть интересная ситуация на текущий момент. Все это будет отображено буквально в течение ближайшего часа. Но это с точки зрения новостей. Теперь перейдем непосредственно к техническому анализу, посмотрим, что там происходит. К сожалению, по британцам мне не удалось удержать позицию. Очень хорошая прибыль была. У меня вынесло по стопу, по безубытку вчера. Вот последние три дня. В принципе, торговля была неплохая, но, к сожалению, вот британцы у меня вынесло. У меня был целый объем, где он тут, вот он, целый объем по фунту. И у меня контракт закрылся по стопу, по безубытку. Неплохая торговля на этой неделе была, но, в принципе, ладно. Сейчас остались открытые позиции, я их буду комментировать чуть позже. Значит, евро-доллар. Сейчас только что произошло такое интересное событие на дневном графике. Недельный график подтверждает интерес к обновлению исторического лоу. Можно предположить, что коррекция здесь завершилась, и рынок пошел в импульс с целью обновления предыдущего бадина в рамках нисходящей всей этой структуры. Вот, падение вниз. Признаков разворота наверх нету, но признаки разворота появятся тогда, когда цена хотя бы вот из этого канала выйдет наверх. Пока этого нету, соответственно, настроение только на продаже. Это недельный график. Дневной график, посмотрите, был коррекционный подъем, вот он дневной, и вот только что сформировался разворотный канал вниз. Вот произошло пробитие обновления предыдущей впадины сегодня. Таким образом, вот этот канал вниз я стал теперь его строить сплошной линией. И, соответственно, вся стратегия будет строиться на торговле вот в этом нисходящем канале. Предвестником такого движения было пробитие опорной точки. Вот здесь вот, то есть пробитие лоу восходящего канала. Вот. Соответственно, теперь вот этот вот подъем стал для нас неактуальный, вот этот канал. Я считаю, что разворот состоялся коррекционного движения. Теперь все настроение исключительно на продаже. Осталось последний уровень, где можно, в принципе, добавляться при пробитии вот данной опорной точки. Вот. Дневной график переходим на часовой. И вот часовой график, посмотрите, достаточно интересная картина. Сформировалась пробитием вот этого лоу. То, что движение вниз, как вы видите, на этом графике. А, это пятиминутный график, извините. Это пятиминутный график. Смотрю, что-то не то. Вот произошло пробитие предыдущей впадины. Значит, сделаем следующую разметку. Строим, берем максимальное значение предыдущей тенденции. Опускаем линию сопротивления до первого касания. Вот здесь вот. Почему? Потому что рынок обновил данную впадину. И вот выстраиваем канал.
нисходящий канал. Теперь все настроение у нас торговля именно в этом нисходящем канале. Краткосрочно был свой однозначный канал, который тоже, кстати, неплохо себя реализовал. Посмотрите, был краткосрочный канал вниз, был фактор ускорения, отскок в виде трех волн, зигзаг. Плюс тут замедление и по этому каналу вниз, и по восходящей коррекции замедление. Цена вышла из этого восходящего коррекционного подъема пробитием опорной точки. И вот тенденция вниз продолжилась. Вот. Это у нас часовая разметка. Соответственно, тут даже фактор ускорения. Соответственно, любой подъем наверх. Теперь все эти сигналы я удаляю. Они себя реализовали. Мне удалось войти в рынок в продажу перед пробитием, выходом из этой коррекции вниз. Достаточно удачная позиция. Буду пытаться ее удержать. Теперь дальше следующая стратегия. Это любую коррекцию наверх воспринимаем как коррекцию именно вот к этой вершине. Тем более, что был пробит очень важный уровень предыдущей впадины, характеризующий возобновлении вот этой тенденции вниз. Соответственно, любую коррекцию наверх используем для входа в рынок продажи. Соответственно, важное значение имеет характер вот этого коррекционного отката. Хорошо, если рынок даст на часовую разметку нам коррекцию полноценную, структуру коррекционную имеется в виду. С другой стороны, вот это настроение слишком сильное вниз, поэтому переключаемся плавно на 5-минутный график. И вот торгуем 5-минутный график в рамках вот этих вот сигналов, которые здесь отображал позавчера. Вот здесь хороший был сигнал на продажу. И вот вчера комментировал, что в связи с тем, что рынок скорректировался, обновил предыдущую впадину, любую коррекцию наверх воспринимаем как возможность входа в рынок продажи. Значит, все эти линии теперь не актуальны. Просто в дальнейшем для того, чтобы понимать, как принимать решение о входе в рынок после коррекции, рекомендую вам смотреть историю, да, коррекционных откатов. То есть смотрите, как рынок корректируется и как цена выходит из этой коррекции в сторону основного движения. То есть вот он коррекционный откат, как он строит коррекционный канал и потом выходит из этого коррекционного канала. Сейчас вот в этой связи посмотрите, уверенное продвижение вниз, сейчас рынок коррекции, ждем трехволновку, если она случится, и соответственно встаем в продажу. В продаже только тогда, когда рынок, завершая коррекционный откат, пробивает опорную точку. Либо сразу, либо стоит перед этим пробоем разворотный канал вниз. Либо он такой большой может быть и на пробитие вниз. Либо цена может где-то на самом пике сформировать вот такой маленький разворотный канал вниз. И вот с этого движения возобновить свое падение. Вот такую структуру ждем. То есть главная идея в том, чтобы дождаться окончания коррекции. А свидетельством окончания коррекции будет являться то, что рынок сформировал разворотный канал вниз. Вот. Либо цена сразу пробивает опорную точку, бывают такие моменты, как это, например, было вот здесь, да, хотя здесь тоже был разворотный канал. Вход в рынок продажу. Ну а стоп-лосс, естественно, за вершина. Это у нас евро-доллар. Британский фунт. Британский фунт, недельный график находится в консолидации длительной, но с уклоном движения вниз. Дневной график попытался выйти наверх, продолжить подъем, но, как вы видите, пока что неудачно. Мне удалось на самом пике стать в продаже. Почему? Потому что вот теперь вот реализация по евро-доллару вот этого сигнала произошло пробитием, движением вниз, пробитием вот этого уровня и формированием разворотного канала вниз. Здесь по фунту пока такого канала нету. Но, в принципе, возможно, что он сформируется. Трудно сказать, будет ли это или нет. Но, по крайней мере, если цена вот с этого движения пойдет на обновление предыдущей вершины, вот данной вершины, это будет поводом для того, чтобы попытаться стать покупку. Вот. Почему? Потому что сформируется такой подъем в этом канале наверх. Но пока такого канала тоже нету. Соответственно, идет консолидация. Куда вытянет эта консолидация, наверх или вниз, будем судить после пробития либо этого хая, либо вот этого лоу. Если вниз, то тогда мы строим канал нисходящий вниз, вот такой теперь уже он, возможно, будет более пологий. Эту линию я убираю. Если же цена уходит наверх и пробивает эту вершину, тогда строим вот этот канал наверх. Пока он тоже не актуален, потому что цена находится в консолидации. Осталось дождаться сигнала либо наверх, либо вниз, вот здесь вот. Но я открыл позицию в продаже, потому что считаю, все-таки реализуется основное движение по доллару. Вот. И как бы я сам пошел против себя в плане того, что посмотрите, линия поддержки не пробита, оказалась пробита линия тренда сверху.
Вот. И в принципе возможно, что рынок сформирует вот такой разворотный канал наверх. Вот, но это смотреть надо на дневном графике, как я уже сказал. Хотя частично, вот такой канал наверх. Частично рынок сформировал уже некий канал наверх. Но опять же, в связи с тем, что, друзья, на дневном графике рынок находится в консолидации, вот этих разметок можно здесь построить огромное количество. Вот видите, здесь вот фактор ускорения, слабая коррекция, и возможно рынок попытается уйти наверх еще раз. Вот поэтому у меня стопы я перемещаю без убыток. Буду пытаться удержать его максимально, но стопы пока не перемещать. Так. Ага. Значит, выставляю все безубыточные, чтобы... Вот. Все-таки рассчитываю, что рынок пойдет следом за основными мажорами, да, то есть евро и швейцарский франк, и рынок фунт все-таки упадет вниз. Но вот видите, вчерашнее событие вынесло, вот здесь у меня была хорошая продажа, вынесло меня по стопу, по безубытку, вот восстановил позицию вниз в расчете на то, что рынок все-таки пойдет на укрепление доллара. Хотя, в принципе, да, если мы берем вот этот канал, который здесь сформировался вот этим фактором ускорения, то, в принципе, то есть предполагаю, что, в принципе, есть риск того, что цена, вот если вниз не пойдет с этого движения и обновит эту вершину, то целью этого подъема будет вот эта пунктирная линия. То есть, возможно, здесь сформируется некое подобие движения наверх. Но все равно, даже в этой ситуации, все равно это консолидация, все это консолидация, друзья. И вариантов здесь масса, как наверх и так вниз, поэтому лучше всего в этой связи смотреть дневные разметки. Поэтому сейчас пока вне рынка. То есть комментировать особенно здесь нечего. Единственное, вот в расчете на то, что все-таки сформируется вот этот сигнал на укрепление доллара, вот здесь я открыл позицию в продаже. Вот, вы видите. Краткосрочный 5-минутный тренд был здесь наверх, он завершился выходом и разворотом вниз, поэтому если рынок может быть вот так вот скорректируется и возобновит свое снижение вниз, на 5 минутки буду опять рисковать продавать. Это у нас британский фунт. Российский рубль продолжил свое укрепление, сегодня с большим гэпом открытие было, посмотрите, вот видите, да, с большим. Сейчас пытается рынок гэп закрыть. У меня висит продажа. Доллар я продал против российского рубля еще вчера. Вот на этой разметке. То есть была трехволновая структура, замедление, формирование разворотного канала вниз. Вот настройки все время сбиваются. Вот он канал нисходящий сформировался вниз. И вот здесь вот на этом отскоке по выходу из восходящего канала, вот здесь я продал. Ну вот видите, у меня висит продажа. Стоп я пока не перемещаю, потому что спред просто дикий, просто огромный. Он может немножко приподняться, вынести меня из рынка. А тем более, что пока что настроение вниз сохраняется. Поэтому стоп я буду держать до упора. Просто, может быть, нет, буду держать до упора. Это что касается рубля. Дальше смотрим швейцарский франк. Швейцарский франк, очень интересная разметка по нему сформировалась. Недельный график пробил хай предыдущей недели, пытается, то есть без вот этой коррекции вниз, без формирования трехволновой структуры, по всей видимости, будет пытаться обновить эту вершину, потому что, в принципе, если присмотреться, то канал трехволновая структура здесь есть. Она хороша видна на дневном графике, посмотрите, вот этот канал, структура здесь была, вот он этот канал. Цена двигалась вниз вот в этом нисходящем канале, был здесь сигнал на замедление, состоялся выход из нисходящего канала, была хорошая коррекция, то есть сначала был сигнал наверх на ускорение, потом сигнал вниз на разворот, и этот сигнал на разворот тоже себя не реализовал сегодняшним пробитием предыдущей вершины. Поэтому настройки здесь все меняем, то есть вот этот сигнал оказался все-таки живучим, вот этот пробой, вот видите, как бывает. То есть вот, одно из главных проблем это то, что если цена сходу пробивает опорную точку, надо ли покупать? Как видите, здесь оказывается надо покупать. Рынок вот, сформировал все-таки более устойчивый канал вот такой вот наверх, сегодняшним проколом предыдущей вершины. Цель этого подъема, естественно, является достижение линии канала. Соответственно, наша стратегия, причем по ширине, вот этот канал наверх, он соотносится с шириной канала нисходящего движения. Сейчас пробитие произошло, соответственно, часовые графики нам говорят о том, что надо искать возможность покупать.
Очень хороший был вчера момент для разворота тенденции вниз, но рынок этим вопросом не воспользовался. Теперь оптимизируем каналы. То есть вот он канал вниз. Вот этот канал вниз. Похоже, рынок завершил это движение формированием разворотного канала наверх. Произошло пробитие, поэтому все наше настроение торгуем вот эти вот коррекционные откаты. Вот посмотрите, вот такого характера коррекции, если будут формироваться на рынке сейчас, вот после этого движения. То есть после импульсного движения неминуемо наступает коррекционное движение. Либо торгуем вот этот широкий канал, то есть если цена пойдет вниз, надо понимать, что даже вот если сюда мы упадем, это будет коррекция перед возможной попыткой дальнейшего роста. Либо мы торгуем вот этот малый канал, вот он этот канал, потому что может случиться так, что этот канал, в связи с тем, что он имеет фактор ускорения, вот видите, цена не доходит до линии поддержки и обновляет вершины. Вот здесь, видите, здесь вот обновление вершины, слабая коррекция, трехволновая структура идеальная была, посмотрите, вот, отработка, вход в рынок, в покупку здесь. Вот. Соответственно, такую же структуру, вот такие же структуры на пике ждем здесь внизу, то есть ждем такой же какой-то коррекционный откат, и как только коррекция завершается, возобновляется импульс, входим в рынок в покупку. Сигналом для входа в рынок, друзья, является пробитие опорных точек, либо треугольники, либо в классической форме коррекции. Вот. К сожалению, вот когда классическая форма коррекции, рынок здесь в конце коррекции не формирует разворотный канал наверх. А вот если формируется треугольник, консолидация, вот, посмотрите, вот он этот самый треугольник, вот он канал разворотный наверх. Почему здесь надо покупать в треугольнике после пробития, именно пробития предыдущей вершины. Вот. Соответственно, ждем либо вот такого рода коррекцию, либо вот такую коррекцию. Но в любом случае ждем окончания отката вниз и возобновлением роста наверх, пробитием вот этих вот уровней. Собственно, все. Это у нас часовой график. Также можно торговать пятиминутку в этой ситуации. Посмотрите, вот она, структура есть, готовая, трехволновая, потому что рынок может отсюда возобновить свой подъем. И, в принципе, можно рисковать. Вот видите, да, замедление уже налицо, как говорится, вот эти пятиминутки, вот недобой до цели. Если цена отсюда пойдет наверх и пробьет опорную точку, можем пытаться скальпировать рынок. Цель этого подъема является, естественно, обновление предыдущей вершины. Вот. Либо если цена перед подъемом наверх все-таки сформирует вот такое подобие коррекционного отката, разворотного канала наверх и пойдет на пробитие, то это, я считаю, будет очень неплохой канал, сигнал для входа в рынок в покупку. Вот ждем такие сигналы, друзья. Теперь торгуем именно вот в этом, в таком контексте. Это у нас доллар-швейцарский франк. Смотрим японскую иену. Единственная валютная пара, которая пока сопротивляется укреплению доллара. Недельный график, посмотрите, прошлой недели, видите, да, падающая звезда типа. Но вот дневной график показывает, что все-таки рынок, возможно, может в ближайшее время начать вот такое восхождение. Почему? Замедление. Выход, формирование второй впадины, в принципе, оно уже явно выраженная впадина. Если эта впадина сохранится, рынок пойдет на пробитие предыдущей вершины, смотрите, швейцарский франк. Пробить вот этих вот вершин, это так называемые опорные точки, сигнал для входа в рынок в покупку. Можно заранее пытаться покупать доллар против японской иены на часовом разметке. Посмотрите, здесь вот был канал вниз, вот он. Видите, как идеально рынок отрабатывает эту линию тренда здесь и здесь. Соответственно, можно предположить, что вот он, возможно, будет сформирован вот такой широкий канал наверх, который, в принципе, по размеру будет соотноситься с этим каналом. Соответственно, здесь решается вопрос сейчас. Вот посмотрите, если мы готовы, то есть есть уже выход замедления, выход формирования второй впадины, остался последний сигнал. Это пробитие предыдущей вершины. Тогда сформируется вот этот восходящий канал вот здесь. Но я его построю пока что еще пунктирной линией, потому что пробитие здесь вершины не произошло. Мы предполагаем, что возможно этот канал будет сформирован пробитием этого уровня. Ну тогда здесь все понятно. Ловим коррекцию для того, чтобы встать наверх. Вот. Поэтому здесь, посмотрите, сейчас решается вопрос. Перед таким подъемом наверх, если рынок сформирует этот вот разворотный канал, который сформировался после вот такого движения вниз, видите, да, вот он, тренд вниз. Вот он, тренд вниз. Вот он, замедление, вот выход. Теперь
остался последний момент вот с этого движения. Если цена не обновляет вот эту впадину, либо отсюда, либо откуда-то отсюда возобновить свой подъем, построится канал, вот здесь, в принципе, можно заранее пытаться покупать вот в этом движении. То есть не на пробитие предыдущей вершины, а вот уже вот в этом канале пытаться войти в рынок с более лучшим таким потенциалом наверх. Но сейчас вы видите, пока что такого движения наверх нету. Даже есть вероятность того, что рынок может попытаться уйти к более глубокую коррекцию вниз. Еще раз. Но любое движение вниз в любом случае, это все равно будет пока что как неудачная попытка продолжения тенденции. Если цена вот таким образом присядет и отсюда пойдет наверх, тогда это будет еще лучший сигнал для входа в рынок в покупку. Потому что коррекционный откат здесь приобретет вот такой гигантский зигзаг наверх. Это коррекционный зигзаг наверх, перед движением наверх. То есть получается пятиволновая структура здесь, первая, вторая, третья, четвертая, пятая волна, А, Б, С вниз по волнам Эллиота. И тогда вот это движение более выраженный, более такой мощный подъем здесь можно ожидать. Ждем японскую иену, чтобы встать стратегически в этом плане в покупку. В продажу, продавать японскую иену будем только тогда, когда цена все-таки обновит предыдущую впадину. Сейчас ищем возможность покупать. Это японская иена. И последнее, золото. Золото. Недельный график продолжает рост. Часовой, дневной график, посмотрите, до линии поддержки не дотянули, закрылись как консолидацией. Интересная ситуация. Вот эту линию я, конечно, зря построил. Она еще пока не актуальна. Но, в принципе, я ее построил для того, что если цена вот с этого движения обновит падину, то сформируется разворотный канал вниз. Ему нужно будет ждать вот такого падения. Пока этого нету, все движение, которое мы наблюдаем, происходит внутри вот этого канала наверх. Поэтому, если цена с этого движения пойдет наверх и пробьет предыдущую вершинку, вот эту, надо будет покупать. Почему? Потому что вы увидите, что в конце вот этого коррекционного отката здесь может сформироваться к моменту пробития этой вершины. Правильно, разворотный канал наверх. Лучше всего этот процесс рассматривать на часовом графике. Посмотрите. Вот он, этот мощный канал наверх. Вот эту линию тренда я, конечно, поторопился его построить. Давайте я его отображу в виде пунктирной, потому что пробитие не произошло. Вот. Этот канал сформируется тогда, когда цена упадет вниз, ниже этой впадины. Пока этого нету, соответственно, эту линию тренда строить еще рановато. Но вот сопротивление уже готово. С другой стороны, здесь есть еще вот такая линия поддержки, которая до сих пор еще актуальна. Теперь она стала актуальна. Почему? Потому что рынок вышел из этого канала наверх. Видите, да? И здесь может сформироваться попытка дальнейшего роста. Тенденция наверх. Вот здесь вот. Если это произойдет, то получится формирование разворотного канала в малой разметке, вот такой вот, который наложится на разворотный канал вот такого размера. То есть канал на канале, и получается хороший выброс наверх при условии пробить вот этой вершины. Считаю, что вот с этого движения, если произойдет пробитие, то выброс наверх будет достаточно серьезным. Целью этого подъема будет достижение верхней границы канала. Почему? Потому что вот в этом коррекционном откате цена не дошла до цели. Вот здесь вот, видите, вот здесь вот недобой, здесь недобой, здесь недобой. И поэтому, если рынок обновит эти вершины, то потенциал хода у этого достаточно большой. Я думаю, что будет очень серьезное движение наверх. Готовимся к такому движению цены. Это золото. Ну, собственно, все, друзья. На дневном графике повешены. Сложно сказать, потому что повешенность здесь сформировалась не на пике и не на впадине, а где-то посередине вот этого всего безобразия. Поэтому сложно сказать, что из себя представляет этот сигнал, поэтому комментировать его сейчас не буду. Вот. Все, друзья, на этом я завершаю свой семинар. Ваши вопросы, мои ответы. Через 3 минуты сейчас будет публикация новостей из Великобритании, по-моему, да? И даже вполне возможно, что у меня эта позиция будет вынесена очередной раз. Но ничего страшного, буду снова восстанавливаться. Так.
Нет, Андрей Шустров, я модели технического анализа не рассматриваю. Сегодня в 3 часа продолжу наш семинар «Базовый принцип», ну, в качестве непосредственно торговли. Кому интересно, посмотрите, как я торгую, присоединяйтесь. 3 часа дня сегодня. На этом я завершаю семинар. Желаю вам всем удачи, берегите себя, свои деньги. До встречи в 3 часа. До свидания.